Уважаемые коллеги, знакомимся с работой очень интересного инструмента, который называется волшебное перо. На самом деле это даже не один инструмент, а три в одном, потому что его можно использовать в трех различных качествах. Итак, выберем щелчком инструмент волшебное перо и нарисуем с его помощью нечто напоминающее прямоугольник. Как видите, мы получили увеличительное стекло. Передвигая это увеличительное стекло или лупу по экрану, мы можем те или иные фрагменты странички просматривать с увеличением. Размеры этого увеличительного стекла можно регулировать. Если перевести указатель в центр, мы можем изменить каким-то образом сторону уменьшения или увеличения это окно. Если этот инструмент нам больше не нужен, мы его убираем крестиком. Следующая ипостась этого инструмента будет видна, если мы попытаемся нарисовать круг, овал. Мы увидим, что вся часть странички затемнится, и лишь в центре будет находиться небольшая подсветка. Эту подсветочку мы можем перемещать по экрану, рассматривая подробно те или иные элементы. Изменять размеры можно точно таким же образом, как мы это уже делали. Таким образом можно акцентировать внимание на тех или иных элементах, находящихся на столе. Убирается этот инструмент крестиком. И, наконец, последняя возможность. Мы можем просто, используя волшебное перо, как обычное перо, попытаться что-то нарисовать или написать. Давайте посмотрим внимательно за нарисованным. Пройдет совсем немножко времени, и оно бесследно исчезнет. Интересный инструмент, не правда ли?